Когда человек покидает мир, его предают земле мужчины, оплакивают женщины, поминая след его, что оставил он за время жизни на родной земле. Жоктау. Древний обычай казахов. Он вечен, как эта земля и небо. И казалось, что вечными будут и память, передаваемая из поколений, и море, что было здесь, и реки. Раньше такого никогда не было у нашего народа. Ни в литературе, ни в исторических хрониках. А сейчас повсюду, над детскими надгробиями, бесики стоят. Стоят колыбельки. Жаңа бесіктің өміршең ба, өміршең емес ба, оны және өзіміздің тұрмысымыз, өміріміз оны және дәлелдеп береді. Бірақ адам бір затқа сенсе, сол орындалатын сияқты қалайды. Аузу биллахи минаш шайтанир разим. Бисмиллахи рахманир рахим. Когда человек уходит из этого мира, он неизбежно соединяется с землей. У нас есть обычай, женаза. Человека предают земле, чтобы умершего могли оплакать, и чтобы последняя дорога была чистой. Мы едины с землей. Мы соединяемся с ней, как со всем сущим. Но сейчас это невозможно. Умереть человек толком не может. Это же издевательство над нашими обычаями, верой. Вера — это глубоко сокровенное. Человек — дитя природы. Вот смысл веры. Я помню тебя, приветливым, нежным, орал. Когда было мне плохо, я плакал, поверял тебе думы и совета просил. И теперь я пришел, чтобы взять твою боль, орал. Но пусты и мертвы твои берега. Где сила твоя? Где слава твоя, орал? Где твои сыновья-рыбаки, орал? Почему заметает песок твои корабли? Даже чаек не слышно, лишь ветер и соль. Укоряю в жестокости мир неразумный. Встань и очнись, орал. Видишь, как мне одному не вмочь без тебя. Шашу шашхан,
Алтын қайда, байлығың баға жетпес, даңқың қайда. Ей балықшы батырларға мекен болған айдының бұрынғыдай, жарықрайма кетті деп өр басымнан. Бағым ұшып, жабырқап жатырсың бұл. Yeah.